Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1280. События дня. Притчи Соломона 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Иакова 4.13. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год. И будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И вот объявление, которое можно дать и другим. Вот остались дети, четверо, все интересно. Я был в это время здесь по Теряевке, и тут сразу решили. Ну, это все вот другие ездили, там заснято было, похороны. Сразу предложили образовать фонд в помощь детям. Доброе дело. Ну, кое-кто уже помогал, но понемножку все так. И слава Богу за все. А дальше почитайте. Господи, помилуй всех друзей наших, врагов пощади. Может, я тут перепутаю иногда, тут не поймешь, а это в кучу все сбивает система, не знаешь, кто говорит как. Ну, тут легко понять. Так вот. Я буду пометки делать, а вот от одного до другого места прочитайте, тормозите и прочитайте. Я просто сохраняю это как дневник, чтобы другие могли посмотреть. Помолились, Господи, теща что-то против Вячеслава поднялась. Ну, что сделаешь? Бывает и такое. Тещу с собой бери. Еще придумали, что патриарх, митрополит. Но я говорю, это в виде насмешки только. События
Ну, попутно еще вот это оставил в прошлый раз. Толкование Луки 10.7. Не переходите из дома в дом. Как это понимается? Это у нас было такое. Ну, тут понятно. Ну, день, это у нас вторник был, молочный день, уехали в город братья, а мы здесь вот так Господь благословил. В понедельник мы заготовили на свае, потому что вода размывает, подмывает, и берег обрушивается. Ну, обыкновенная земля, и вода бьет, и надо сваи поставить, загородить. Ну, так сделали. Позвал людей. 9 человек нас тут вот работало. Обдирали кору дерева, березы. А потом заострять надо было. Каждый конец опиливать наискосок, чтобы острые было загонять. Потом надо было отвезти, договориться. Опять все получилось у нас, отвезли. А тут уезжал Володя Пенкин, буквально бежал, потому что не хотел где жить. И вместе в общежитии. А тут у Надежды Васильевны, там зал такой когда-то назвали, зал царства, это в свете Иегова. Я назвал зал для царства Божия, для посольства. Мы же не называем его такой. И он там приспособился. И вчера только появился, сразу ультиматум поставил опять. Если мне там не разрешите, я сейчас же опять пешком уйду 20 километров, тут 15 Корчину, и уеду. Да, Володенька, живи ты где тебе угодно. Ну, мы прям задыхаемся, людей-то нет. Да и тебе зачем одному-то быть, всю жизнь один? Тоже тоска тебя это душит. Нет, и он с нами уже поехал на Рыжковский Северный пруд, называем его. Там разгрузили все, и оттуда нас привезли на грузовой. Тут сегодня опять договорился, чтобы сильных людей, Никиту и Алексея, забивать сваи. Как бы препятствий не было, сегодня это уже среда, отчет за вчерашний день. Ну, благословенно все. Готовится уже к отъезду Игнатов Сергея Егорович. И что-то там он все, какую-то посудину сам клепал, сверлил, с чай дорогой заваривать какой-то из мелисы. Трава такая есть. Но Володя тут свое заботится. В огороде-то зарастает все. Но Володя никак нельзя. Бульдозер вот-вот могут прислать. Да мало того, тут надумали пруд чистить. Опять тот этим занимается. Валерий Иванович на нас хочет испытать, испробовать. Но если все это получится, то вот чего-то стоит. Это вообще было бы здорово. Вот. И тогда мы посмотрим, что получится. Сегодня готовимся. Ну, вчера девчонки тут маленькие у меня. Ульяна. Не знаю, фамилия Речкунова или как. И Гликерия, тоже фамилии-то не знаю. Вот они. Здесь тоже смотреть надо. Чуть-чуть на улицу выскакивать, где никого нет. Когда мы тут, то так. А там еще надо было поправить качели, где они качаются. Что-то там деловатое бревно, да заменить некогда. Другое наставили. Тут, ну, никак. Ой, не знаешь, что и как. Вон, гляжу, сижу, голубятня номер один перед глазами. Это облеплено голубями. Вот и там ветки дерева мешают смотреть. И утром 100 голубятни, голуби летают. Сейчас пойду кормить. А тут кошки. Лег спать, кажется, покормила. Да чужие кошки тут лезут, какие-то приблудные, откуда неизвестно еще. И по этих наших поедает. А своих-то у нас здесь 6 кошек. Ужас один. Ну, все хорошие. Ну, кому уже на выбор? Видите? Ну, только не могу отдать уже самое старое из них, рыжее. Ну, куда же ей деваться-то? А те-то хоть где проживут, им погоду еще только нет. Ну, пышные такие. Молоко тут у них добавляет, и мышей-то везде ловят. Да ласковые. Ну, обыкновенные кошки. Ну, сколько же здесь
добра. Вот, вовремя встать на молитву. Значит, никак. Времени нет. Лег, уснул, как будто бы не ложился. Кто-то меня рукой трогает за грудь, шатает. Вставать надо. Открыл глаза, никого нет. И гляжу, рассвет пробивается. Я скорее глянул на часы. 4 часа. Скорее на молитву. Еще не оделся, ничего. Это ночная у меня молитва будет. Вот сейчас говорю, еще утренней не было. И утренней молитвы не было. Уже 5 часов с лишним. Уже 5 часов. Солнышко он там восходит, вижу, через березовые ветки. Сейчас утреннее правило совершить. И вчера успел ночью уже, Надежда Васильевна позвонила, Володя-то приехал, Пенкин. Ты утром-то, чтобы на молитву общую поднять, 4:40-то, а потом пусть ляжет. Ему здесь больше делать нечего, пусть отдыхает. Как, а то он ушел в корч, он-то бежал отсюда, да на дожде был, да промок. И ноги-то у него заболели, да и самую. Вот так. Что сказать-то? Голуби. Вчера утром слезу, покормлю, гули-гули, они там со всех сторон летят, садятся. Красота. А залезешь кверху, то железная дорога прям совсем рядом. Ну, 2 километра. 2 километра не так много, напротив. Сигналит, идет поезд, и тебе картина вся открывается. Вчера еще Игорь-то привез 2 косы, заказал, я ему купил еще добавок. Ой, там сдача осталась, и я говорю, ну возьми себе за работу. Он засмеялся, ты, 500 рублей осталось. Я говорю, отдам, сразу хотел. Я говорю, тогда не отдавай, мы за молоко возьмем. Володя тут подсуетился, говорит, да мы же у Устинова берем. Я говорю, ну у них возьми еще. Последняя неделя молочная, дальше пост начинается. Пост, Петров пост. Ну, легкий такой, там рыба разрешается. Вот такое дело. Тут вот знакомый наш, какой-то хозяин, видно, сильно любил в доме чистоту, и трубы заложил под пол. Вот, то есть вперед ни грамма не смотрит, который вот любит еще такое скрывать стены, до чего это. И вот они там прорвало, соседи себя заливают. А где именно прорвало? Под полом трубы, их там никто никогда не ложил, а это вот трубы. У меня они не были нигде, трубы под полом. Ну вот теперь сам уехал, а теперь трубу прорвало, все затопило, соседей, ой-ой-ой. Ну вот это все переживание-то из-за других-то еще людей. Вот вчера кошек-то, чтобы не ели у наших-то, я их из сеней в избу перетащил, здесь кормлю. Володя дает там, нам мешает, я принесу. Ну и вроде всех я их выгнал-то уже на ночь-то. А утром только сел заниматься вот, вот интернетом-то, бах, грохот сверху, кот прыгнул. Рыжий, такой здоровый вырос. Рыжий, это Бускины дети. Бускин. Ну еще. Я думаю, выпущу его на двор. Только открыл дверь-то, то оттуда залезет одна. То-то что, я тут начал ловить, а оттуда одна за другой залазит. Гляжу, 5 штук кошки, да все здоровые. Я стал смеяться, думаю, вот, друзья-то. Не то, что выгнать, а набились здесь. И вчерашнюю пустую банку зализывают. Сейчас к Володе идти надо сначала, утреннее правило совершить. Так что вот, ну, говорю, это может быть не так и важно это, но у нас важно это все. Настроение. Вот Сергей тут работает у нас, как мы грузили шпалы, все эти сваи вчера. Какой стороной повернуть, да тяжелое все. Ой-ой-ой. Все на геморрой свалить надо. Ну ладно. То успели сегодня опять позвать, чтобы Алексей на машине нас увез, и там молотить и молотить. Ну, помолитесь и о нас, а мы о вас молимся. О, солнышко прямо в глаза бьет, только восход солнца начался. Ну, потому что 5:40 уже, ну, тут уже говорить не надо. Тут уж вообще у нас работа идет. У кого-то, у наших безработных. Во славу Божию пока.